29 ноября 2016 года Международная ассоциация образовательных достижений обучающихся IEA официально опубликовала результаты участия 630 тысяч учащихся из 57 стран мира в исследовании TIMSS-2015. TIMSS – одно из авторитетных международных исследований, которое оценивает уровень естественно-математической подготовки учащихся 4-х и 8-х классов. В TIMSS-2015 Казахстан представили 9579 учащихся 179 общеобразовательных школ. Наша страна вошла в группу стран-лидеров международного исследования TIMSS-2015. Наши школьники показали высокий уровень естественно-математической подготовки, опередив своих сверстников из США, Англии, Германии, Канады, Австралии, Израиля, Швеции, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Литвы, Малайзии, Турции и других стран. Казахстанские восьмиклассники продемонстрировали значительный рост среднего балла по математике. Это 7-е место среди 39 стран мира. Прирост среднего балла по естествознанию составил 43 балла. Это 9-е место среди 39 стран мира. Впечатляет прогресс казахстанских четвероклассников. Рост среднего балла по естествознанию составил 55 баллов. Это 8-е место среди 47 стран мира. На 43 балла улучшены показатели по математике. Это 12-е место среди 49 стран мира. Успех наших школьников в международном исследовании TIMSS-2015 – это результат неустанного, каждодневного и кропотливого труда наших учителей. Это предмет особой заботы главы нашего государства и свидетельство динамичного, стабильного развития системы образования независимого Казахстана.